Долгожданная встреча с олимпийским чемпионом, чемпионом Европы Андреем Сильновым, прошла накануне в спортивной школе. Визит был приурочен к Всероссийскому олимпийскому дню. Чемпион пообщался с юными спортсменами о мотивации и провел тренировку. Как это было, расскажем в сюжете. Манеж клинской спортивки. Сегодня он больше напоминает учебную аудиторию. А как иначе, если в гостях олимпийский чемпион? И те, у кого большие пьедесталы еще впереди, допытывают секрет успеха. В постоянных тренировках, говорит титулованный легкоатлет, и сразу переходит к делу. Соответственно, только под углом, что ты не вверх лечишь, ты не плюхнулся мимо ямы. Чемпион по прыжкам в высоту с говорящей фамилией. Двухметровый Андрей Сильнов весит 90 килограмм, при этом буквально зависает над планкой. Высота в 2 метра 36 сантиметров принесла ему олимпийское золото в Пекине. Личный рекорд Андрея еще выше. Сейчас он образец для подражания, а ведь когда-то сам с восторгом смотрел на олимпийцев. Также у меня было, когда к нам в город приезжал кто-то из олимпийских чемпионов. Для меня это было таким вот подъемом, мне хотелось быть на него похожим. Я думаю, что эти дети не только в Клину, но и во всей России думают так же, как и я, потому что я ничем не отличаюсь от них. Это один из тех людей, с которым хотелось бы встретиться хоть раз в жизни, говорят юные спортсмены. Кирилл один из лучших воспитанников спортивки. Он 5 раз становился чемпионом области. Тренировка и беседа с чемпионом, несомненно, вдохновляют и мотивируют брать новые высоты. Надо всегда быть уверенным в себе, ни в коем случае ни в чем не расстраиваться и быть готовым к любым событиям. Сейчас поеду, скорее всего, на спартакиаду школьников. Если я там займу какое-нибудь призовое место, вот это уже будет хорошее достижение. Молодым атлетам еще только предстоит стать профессиональными спортсменами, мастерами спорта или даже олимпийскими чемпионами. А пока они ежедневно и упорно тренируются. Николай Ревенко, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.